Гипер ТВ. Первое молодежное телевидение Карелии. Вы смотрите новости Гипер ТВ. Наши корреспонденты знают все о форуме. 3 августа 3-й международный молодежный форум Гиперборея наконец распахнул свои двери для 600 участников из России и зарубежья. Четыре самые крупные делегации приехали из Пскова, Вологды, Мурманска и Калининграда. Республика Карелия представлена на форуме почти полностью, за исключением Моизерского района. Гиперборейцами в этом году также стали представители 18 иностранных государств. В первый день основной задачей участников было организовать гиперборейский быт. Разбить палатку, найти место для спальника, разжечь первые костры. Привет! Какой чудесный солнечный день! И именно сегодня в это прекрасное место прибудут около 1000 участников молодежного форума «Гиперборея». Надо разведать обстановку и познакомиться со всеми. Откуда приехали? С Мурманска. Пожелания какие-нибудь для всех участников форума? Набраться побольше опыта всем, чтобы всем все было понятно. Откуда вы приехали? Санкт-Петербург и Петрозаводск. Как добрались? Поездом. Чего ты ожидаешь от этого форума? Знакомства новые, участие вообще в чем-то таком интересном. Мне кажется, будет прикольно. Привет, ребята! Привет! А что это вы здесь делаете? Мы облагораживаем свою территорию. Ленточки, значит, радость, счастье в нашем, как мы говорим, доме. Откуда вы? Мы из Костомукши. А что это за странная конструкция? Это вход в наш лагерь, в нашу территорию, на наш остров. Как тебя зовут? Меня зовут Белла. Откуда вы? Мы с Кими. Что у вас на обед? У нас суп с картошкой. И если найдем собаку, то будет с собакой. Что вы сейчас делаете? Вот тут как это... Мы копаем воду. Нет, мы набираем воду, чтобы принести ее обратно в лагерь. Это Денис, и он уже третий раз на Гиперборее. Денис, расскажи, пожалуйста, как ты доехал вообще? Откуда ты? Доехали великолепно. Я из города Калининграда. 2000 километров отсюда. Мы 2 дня ехали на поезде. Расскажи, пожалуйста, что же тебя заставило вот третий раз вернуться на этот форум? Погода, люди, старые знакомые. Сама атмосфера даже. С какими трудностями сталкиваются те, кто в первый раз сюда приехал? С бытовыми в основном. Как, что делать, например, дрова учим колоть. Еду заставляем готовить. Как тебя зовут? Меня зовут Саша. А чем ты здесь будешь заниматься? Мы здесь занимаемся обеспечением безопасности, дежурим на пляжах, следим, чтобы никто не утонул, никто себе ничего не повредил. Если повредил, окажем помощь. Привет, как тебя зовут? Кристина. А расскажи, пожалуйста, чем ты здесь занимаешься? Уже 2-й год я на Гиперборее являюсь переводчиком. То есть ты общаешься с иностранной делегацией? Мы помогаем иностранцам адаптироваться на форуме, общаться с организаторами, с другими участниками. Привет, меня зовут Мария Грация. I'll join here this project with a good pleasure, just to meet new people, sorry. Вот расскажи, пожалуйста, как вы уже освоились и что вы здесь готовите? Well, actually, I'm cooking some Italian food. Today is the first day, so we are just to meet people and know each other. Лагерь разбит, теперь можно и повеселиться. Интересная образовательная программа, новые друзья и увлечения. Все это ждет наших участников впереди, ведь это только начало. Гиперборея – эпицентр молодежных событий начала августа. На площадку съезжаются гости, как представители власти, так и представители молодежных движений. Анджелина Джоли, группа 3XL Pro, ребят, как вам атмосфера здесь? Мы буквально час назад спустились с корабля, попали сразу на бал. А еще пока что втягиваемся в общий процесс. Но пока нам все нравится, даже очень нравится. В этом лесу увидели столько красивых, позитивных людей с интеллектуальными лицами, да. И, в общем-то, нам все нравится. Сегодня у нас особый заряд, потому что Карелия, она располагает такой своеобразной энергетикой. Природа. Молодые люди, посмотрите, как танцуют. Великолепное настроение, это отличное начало для 3-го форума Гиперборея. На мой взгляд, это на самом деле визитная карточка республики.
Посмотрите, третий год подряд. Вот, количество участников не уменьшается. Вот, заряд бодрости получают все. И главное, мы видим результаты от участия в этом форуме. Все очень классно. Очень клевая игра для молодежи. И мы получаем большое, огромное удовольствие, когда ребята танцуют, когда идет отдача от зрителей. Если это все обозначить одним словом, то это здорово. Когда меня тут совершенно недавно спросили, неужели я действительно верю, что в нашей стране можно что-то изменить, я стала убеждать, что да, можно, только надо всем вместе, надо понимать. И вдруг я вижу такое количество молодых, энергичных, давно уже таких радостных чувств не испытывала при виде такого большого количества молодых людей, которые понимают и действуют, ну, во благо развития нашей страны. Я им желаю как можно дольше сохранять вот это желание что-то изменить в жизни. Сегодня, 4 августа, стартовала образовательная программа. Она призвана способствовать достижению главной цели форума – раскрытию потенциала взаимодействия между молодежью, некоммерческими организациями и органами власти. На главной сцене с общей лекцией на тему перспективы международного развития выступила Анна Кайса-Хекинен, консул Финляндии в Петрозаводске. Ну, как я сказала тоже на своей лекции, пусть будет моей задачей и моим сообщением этим людям одно слово – это толерантность вообще в жизни, в мире навсегда. Каждый день с 11 до часу дня на форуме проводятся тренинги и круглые столы. И первый день не стал исключением. А сейчас я буду говорить тихо, потому что в данный момент здесь проводятся тренинги по 10 направлениям, специально для которых приехали квалифицированные специалисты. Сейчас проходит. У нас сейчас проходит лекция по креативу, которую ведет Павел Ероха. Мы развиваем мышление и тренируем мозг, да, креативом. Мы занимаемся тем, что полностью переворачиваем общение. Ломаем обычное и пытаемся делать нечто новое. Вот как ты считаешь, нужно ходить на такие лекции вообще? Для чего они нужны? Ну вот как правильно сейчас было замечено Германом, можно ходить на лекции для того, чтобы учиться, а можно ходить на лекции для того, чтобы в дальнейшем применять их. Что за упражнение вы сейчас делаете? Что я чувствую в тебе? Это очень добрый и интересный человек. Мне нравится твоя прическа, мне нравится твоя харизма. Очень круто, очень все классно, понятно. И главное, что мы не засыпаем, да. Пока многие ребята занимаются на тренингах, все-таки пару человек осталось в лагере и занимаются бытовыми делами. В лагере происходит бурная подготовка, приготовление еды, потому что ребята с лекции приходят нервные, голодные, злые, голова полна информации, все на эмоциях. И, конечно, они хотят отдохнуть, немножко расслабиться и вкусно поесть. Второй день форума в самом разгаре. И мы убедились, что никто здесь не сидит без дела, все чем-то заняты. Что же будет дальше, узнаем. С вами была Гипер ТВ. С вами были новости Гипер ТВ. До встречи в эфире. Гипер ТВ. Первое молодежное телевидение Карелии.